봐. 알고 있지, 알겠더라고. 이제 잠을 요구를 갔어, 봤을 때. 알고 있지. 알아온 거는 야. 나 산다 깎이 되고. 알고 있지. 아까는 산다 했고, 싱가포르에 돌아 막아서 가서 열렸지. 알고 있지. No, war is never an option. I think people should live in peace. There's no need for war. I know it's a difficult topic, but I think they can talk it out. Chairman's title is story. The job here, she's going to dial up on a great master. You see, God, you're the only other chairman's story. Job here, overall dial up on a corner. You don't got to be honest. Marco President. Merogosi, so hit my eye for a Toria. The Eka Azerbaijan Suda has stayed with Dabunir. SSR is our team, the squawk and the squawk with Miss Politica Sherewa. The Armgonero story. What are you have on here? Train, 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 I mean, Ali with them, it's Shantrabada, Guinea, Guinea, Socrates, Gareze, Sukola Pujaziana, Idabale Kalki Hotseba. You don't get our Saumrat. Isas Kalikaki, the Hotseba, whatever. You have Ali, Kai Pujazita, or Grozis, Kamige, Susas Kalikaki Hotseba, Ik, met the Arabic Tabaka. He must have done it, Titanego, the Autobat, the Savages, Saumra, to whatever is our money, they don't wear it. Pashinian is to win. He was a interest. Saskali Haki Hotse, I guess, Sasoda Haki. Yes, and he pulls a gula and the Dalachenevi Hotel. You have Ali Emida, Pashinian gave it and yet that's going to work. Nobody's more of a BC Hosis. They have had animals, I get a quiet and Zaka quiet. So do Ari Haki, they call Arabia Saumar. Russia, Ukraine, Zelensky, Tavi, Ukraine, Mova, Dro, Mane, Ukraine. Daki, the member, I'm not going to be able to do this. I was like, I'm going to go to the house. Я ничего не знаю про Азербайджан или Ильхама Алиева, но я считаю, что война это всегда плохо, и такого не должно происходить принципиально. Такое мое мнение. Война в любом случае плохо, тем более рядом с Грузией. Для Грузии это особенно будет тяжело, поскольку это может перерасти во внутренний конфликт с учетом проживания здесь как армянского населения, так и грузинского населения, тем более в регионах, тем более в год выборов это может быть использовано как большая провокация. И плюс Грузия, являясь стратегическим партнером обеих стран,
окажется в очень не самом хорошем положении, поскольку ей придется предоставить территории для обоих стратегических партнеров. Ну и, соответственно, стратегическое партнерство подразумевает в том числе и военное сотрудничество, в том числе для Грузии это еще и международные проекты, которые такие как энергокабель, допустим, из Баку вылез, если начнется война, проект остановится и опять-таки проиграет в первую очередь Грузия вот этого конфликта. Там между Арменией и Азербайджаном, понятно, что Грузия попытается выступить как посредником, но, увы, там будут уже другие силы. В целом, я бы сказала, что война, это конфликт, это самая последняя стадия решения любого вопроса. И ни к чему хорошему, как показала история, она не приводила. Но, с другой стороны, победа Ильхама Алиева дает ему сейчас возможность укреплять свою власть. Он выиграл с огромным процентом, и, соответственно, он сейчас будет делать все, что делает любая диктатура. В целом, в частности, мы прекрасно понимаем, какая политическая ситуация в Азербайджане. Мы арвицы на претензии именно цаугенос. Арвицы нам отховнебия. Арвицы. Мы и севицы, оми чудия. Чобия мой лапарато. Если их сазгуребия, датгенили, черките сапчулков через дашний сдрос, да, и сазгуреби, он дай его сдачули. Демаркация Арис, Арсебопс, имас пиода администрациюли сазгуреби, эхла и сазгуреби, ровен сапчулков через дашний сдрос, его, и сюда ченарчундес, поэла кое-ганаши. Мы и сем гонили. Aber oben wissen es heute von der Bara ist harmonisch von der Bara. Das ist schon mehr so mit Kera. Arzt ist normal, und ja, Damian, ich mag das alles, ich freue mich, Arzt hier. Arzt ist ein Fettisch Kare da, Arzt ist Aserbaidisch ein Fettisch Kare da. Du hast ein Rommel, die mir wieder zu Gamu, und da ist das Kare, und Maschine ist zu Lele, ich bin da. Ich bin da, ich bin da, und da ist schon los, ich bin da. Adamian, der Tchel, ich bin da. ერთხელ კვდება, ისიც ომში დაიღუპოს. ამა მითხარით. რის გულისთვის. ვინმე რომ გესხმოდეს თავს, სხვა თემაა. ვიღაცა რომ გესხმოდეს და სახში რომ შემოგვიორდეს, მაგრამ ომში ნამდვილად სასურველი არ არის გასულ.